История оружия, охота, война, искусство. То есть вы можете представить, вы уже видели их выставку по оружию, хороша. Ну, просто ничего, каслинское литье, вернее, не по оружию, каслинское литье, хотя там тоже были элементы оружия. Вот сейчас это чисто вот такая вот тема. Но интересно это будет, ну, просто всем. Уже не говорю о историках, охотникам, кому хочешь. И плюс еще мы тут тоже блеснем, потому что охотничье оружие, коллекция у нас великолепная. Просто великолепная. Поэтому будет витрина Керченская, и вместе с ними там, вместе с ними здесь. Это наша дружба с Екатеринбургом, это со Свердловской областью, которая просто десантом приезжает к нам на Босфорские огоны. Но вот в самом конце мая уходит машина в Екатеринбург с нашей выставкой, которая называется «Керчь. Самый древний город России». Но я не скажу, что мы все лучшее туда отдали. Мы не разорили нисколько свои выставки, но у нас столько лучшего, что нам хватило, чтобы рассказать им об этой выставке. Еще оказалось, что нас связывают очень тесно Урал и мы, да? Где Урал, где Крым? Имя Демидова, которое известно всем нам. Так вот, оказывается, что был он здесь, оценил высоко Керчь. И наши коллеги екатеринбургские, еще вдобавок к нашим документам, которые есть по Демидову, дают артефакты там. Поэтому мы будем представлены, надеемся, будем представлять очень достойно нашу Керчь, ну и, конечно, Крым.